На международных армейских играх 2019 в России пресечена провокация Армении против Азербайджана. На стенде, продемонстрированном в Конгрессно-выставочном центре «Патриот-Экспо» в Кубинке, Московская область, была вывешена карта, на которой Армения представила как свою территорию Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, которые на самом деле являются частью территории Азербайджана. После незамедлительного вмешательства азербайджанской стороны, эта карта была убрана со стенда. Отметим, что 3 августа на полигоне Алабино в Кубинке, Московская область, стартовали международные армейские игры 2019.